Ребята, с вами главный кринж ТикТока, главный кринж Ютуба и просто директор кринжа КетоПК. Также со мной мой заместитель, кринжевичка Анетка. Поздоровайся! Ну, всем приветик, с вами Анеточка. Привет. И прямо сегодня, леди и джентльмены, мы смотрим кринж ТикТоки. Не будем тянуть резину. Прожимай лайк, подписывайся, если любишь эту рубрику. А мы стартуем! Поехали! Тик-так плачет из-за свадьбы с дочкой папы Гриба. А что плачет? Радоваться ребята, надо! Посмотрите, Тик-так плачет. Уйдите, сказал! А знаете почему? Потому что он скоро будет жениться на моей дочке! Красивая! Братва, кто бы вдул? Плюс комментарий! Не, ну я бы сам был не против. Я, блин, поженился, к сожалению, на этой, на кринжевичке Анетке. Посмотри сюда! Иди, я сказал! Юль, ты что, просто... Я с утра. Ну да, что ты такого? Это Анетка, я. Что делает? А ну дай сюда, хотя бы майонез намажь. О, май гад! Такое я осуждаю. Что там шуршит? Я шоколадку открываю! А, это Вилли Верикан. Конечно, Вилечка, Вилечка любимый. Просмотр на момент. Джентльмен, просмотр за все время. Веля! Стрим онлайн! Веля! Веля, выйди за меня! Я люблю Велю. А им? Джентльмен. Смотри, коварная, да? Гифка с ним. Ну понятно. Фанат джентльмена. Веля. А, типа у всех есть девушки, кроме Вели. Будем. О, это про меня песня. Я тоже холостой. У него есть гриз? Понимаешь, да? А, стоп, подожди, так у меня есть гриз. Я не понял, Веля не холостой. У него круче. Чувак, сделай мне чай, пожалуйста. Какой? Сладкий. Ты тоже. Как весело. Выстроились в ряд. Веселые грибочки. Нам надо срочно освободить гриба. Не, нормально, надо идти врываться к грибу. Мне кажется, грибу нравится даже. Моя крепость. Но как часто в эту крепость проникают совсем непрошенные гости. И что делать? Пауки, грызуны, как защититься от этой напасти? Представляем, и крысы, да! Насекомых и грызунов защитник. Смотри, отпугиватель. Защитник легко и эффективно справится со всеми назойливыми насекомыми и грызунами. С ним вы превратите дом в надежную крепость. Я знал, что в это время стримит Веля. Я захожу на стрим к Веле, холдик. Подобного не происходит. То есть там у него вот стрим как стрим. Я захожу на аккаунт. Сколько? Ты видишь эту цифру? Сколько? Что мне нужно сделать, чтобы Веля мне задонатил? Да подожди, это не Веля. Да ну раз, нет, он... это холдик. Веля задонатил холдику. Да смысл задонатил? Нет, наоборот. У холдика время стрима Вели купили его дилу рейд, и у него 1 000 000 голды на балансе. Да. Поняла? Ну давай посмотрим. Да я тебе говорю. У меня на аккаунте добавилась голда. 800 тысяч. 80 тысяч голды. Я вижу, что на аккаунте дохрена голды. 800 000. Я захожу на рынок, а на рынке, мать его, нет моего дигла. Это Терс купил, Терс купил. Сегодня на рынок, я просто решил его выставить на рынок, потому что я увидел, что голдскулы по 70, по 750 тысяч. Прикинь, холдик недоволен тем, что продал дилу рейд за 1 000 000 голды. Холдик, ты чё? Смотри, Терс купил, Терс купил. Терс купил прямо на стриме. Смотри, за 1 000 000 голды. Хана, какой же Терс жесткий. Терс, брат, купи у меня ТЭК-9 на дуэль, пожалуйста, скины за 1 500 голды. Смотри, смотри. Три. Смотрю я. Смотри. Ты видела? Как? Вантапом. Софтера по-любому. Классика, классика. Мы лезем. Ой, какая милашка. Смотри, какой тик-так няшка. Алды прослезятся. Я постановил. Я тоже. Нож! Смотри на его реакцию. Смотри на реакцию, нож выпал. Просто ура! Обалдеть. Я в шоке. О, тик-так сейчас. А чё у него такая спокойная реакция? О, Нави тренер рассказывает суть ролика. Ща будет фермер. Ай, да хорош! Осуждаем подобное действие. О, это угар.
Кент, а где можно взять голдишку? В смысле где? На полдропщике! А что там добавили? Аннетка, вышла жабнова, добавили новую коллекцию Касика, добавили новые ивенты, там в фабрике эльфов фармишь карамели, карамели меняешь топовые скины. И плюс, помимо всего этого, добавили хорошую, полноценную реферальную системочку. Ты просто летаешь на полдропщик, зовешь своих друзей и получаешь кэшбэк. А сверху на башку ты видишь секреты слова. Если ты ее ведешь, ты получишь бесплатный подарок. Ну тогда я пошла на полдроп. Давай, брат, через 900, сливай! Давай, 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 давай! Ребят, кто знает, чем он болеет, напишите в комментариях. Сливай, сливай! Смотри, мой запрос не стоит на рыночке. Угу, погой сливаю. Сейчас перекрыть аккуратно. Сейчас сольет мне чел. А сколько генезис? Брат, сливай! 17 тысяч? 17 тысяч, да, раньше было очень дешево. Слил. Смотри, слил, слил. Маму! Твою мать, брат! Кто это? Кент плачет. Ну тебе ж потом вернули. А это... Это, короче, оказалось, я слил Сади Граеву. Сади Граеву, это был ютубер, который сейчас не снимает видео на YouTube, и он тогда мне отдал этот USP Genesis, поэтому все нормально. Смотри, видео называется «Не сразу дошло». 4-1, пеповый 2. 5 minutes later. Стоп. Какая еще пепа? О, смотри, это полный вар. Просто кидай флешку, пока по кому попал тот нуб галимый. Ребята, я сегодня купил дигл и хочу подарить его. Реально настоящий дигл. Одел, а мага то обожает диглы. Он должен оценить этот подарок. Спит сейчас? Да, он сейчас спит. Смотри, футболочки Диор, ничего себе, капитан, это прибабка, братик. А не, он играет во что-то. О-о. Я тебе подарок принес. Дигл? Дигл. Дешевый, камон какой-то. Смотри, смотри, у нави тренера одна хп. Одна хп. О! О! Мага! Блин, я заметил, почему все дагестанцы умеют бороться. Как это работает? Крови. Крови. Что? Сломал! Это подарок был! Мага! Я приеду к тебе и подрю дигл. А дальше 18+. Он сломал дигл, тупой головой дигл, сломал дигл. Ой, сумасшедший. А вы в курсе, что настоящий Влад А4 полный нуб, так же как и я. Короче, ты в курсе, я еще не считал новость. Влад А4 стал папой. Я в шоке. Это его эдиктор распалил видео. Я нашел его аккаунт со слайд подписка. Не, ну реально, ну высосина. Вот его аккаунт, смотри. Я прямо сейчас покажу, как же он играет. Посмотрите, он играет. Так это не он, это фейк. Да в смысле, это он на видео показал, на видео. Я нашел его ID, ты шо, дорогая? Вот еще докатка, тут он отыграл вообще 1-7. Агростример, а слабо ли тебе выбить 999 очков на фотке тиктака? Фотку тиктака и выбить 999 очков. Но без ровно у него реально сильный удар. Челюха вылетает. Ну, конечно, не такой сильный, как у меня. Я тебя перебил, спокойно. Ой, хорошо дал, хорошо дал. Тиктак аж отлетел. Смотри. Сломали. Аппарат, короче, ломанули. Не, ну это постанова, по-любому, ну нереально слова так с удара. Я говорю, вот хотите, я реально ударю своей силой? А ты завидуешь, Кента пока, ты... Да ничего не завидую! Да это постанова Глима, да нереально сломать, он же для этого предназначен для удара. Как можно с удара сломать? Привет, Ир. Ого, Моргенштерн, а что ты делаешь у меня в квартире? Я прячусь у тебя в квартире, только не звони в полицию. Хорошо, ну тогда ты будешь помогать мне по дому убираться, стирать, пылесосить, мыть посуду, гулять. Просто мне интересно, где находятся эти смешные голоса? Мне тоже, да. Где да. ты их находишь, Артикса? Мою собачку брать за ней какашки и делать мою домашку. Звони в полицию. Кто сильнее, Тик-Так или Веля? Прямо сейчас. О, как думаешь, кто сильнее? Думаю, что Тик-Так. Слушай, ну подожди, ты имеешь в виду в реальной жизни или в стендофе? Давай так. Не знаю, надо им борьбу устроить. Не, давай так, кто в стендофе сильнее? Ты. Не, ну это понятно. Но без Ровла, мне кажется, если бы я был один и был бы против меня Тик-Так и Веля, я бы их двоих бы отмудохал. Ну это если в реальной жизни. В стендофе я проиграл бы. Против двоих. Побед у него 58%, КД 1.25 и ММР 1928 и звание элита. Теперь находим профиль Тик-Така. Ну что же, а это аккаунт Тик-Така.
Первый критерий — это процент побед, и Тик-Так проигрывает на 1%. Дальше КД, тут Тик-Так побеждает, и самое обидное, в ММРе Тик-Так проигрывает. Значит, Вели сильнее. Вели сильнее. Скажи, братишка, только честно, сколько тебе нужно голды, чтобы ты просто взял и подписался на меня? Брат, сколько? Скажи, сколько? Братишка, только честно, сколько тебе нужно голды, чтобы ты просто пересмотреть? Подписался на меня? Брат, сколько тебе надо голды? Сколько? Сколько? Напиши комментарий, ладно, подпишись. Мне надо миллион. Слушай, ты не наглей, ты вообще не участвуешь. Эй. Кона! О, это вар, это вар! Ха-ха, смотри! Кто проскит? Опа-па! Опа-па! Теперь я лоу! Чип чекает, смотри! Ха-ха! Ослепило! Блин, какой вар! Чисто про меня! Я дал килл! Теперь так, смотри. Ха-ха, минус 2! Изи вин! Слушай, ну чисто про меня. Пишу так, самый серьезный вопрос. Что с конем? Его украли цыгане. Блин, жалко коня, реально. Ты не хочешь быть пацаном? Как ты даже понимал, я... Мне даже Ералаша не жалко. Оооо, нет! Это чушпан, все! Чушпан галимый! Смотри, смотри, продает, продает его инвентарь с 0.3. Не, ну круто. Веля, сколько у тебя сантиметров? 170. 100 миллиметров у Вели. 3 сантиметров. Он рост говорит. Рост? Да. Ой, неловко вышло. Ой-ой-ой, Риттер плюс бан. Пора признаться, я разработчик игры Stand of 2. Ну и сейчас я держу курсор на кнопке «Удалить игру из Google Play и App Store». И, ну, конечно же, этого не буду делать. Я что, дурак, что ли, нажимать на эту кнопку? Не, это было варно. Фас. Смотри, это М40. Это М40 обомин кинул. Чисто обомина за базик и нуба. Сейчас заметит. Обомин не замечает. Обомин. Обомин не взял М40. Это не настоящая обовина. Рик унизил обовина. Реально? Унизил? М40? Да я не верю. Это бред. Бред. Оу, хорош! Оу! Второй килл. Третий. Ханан машина. Да это по-любому закладка. Давайте на счет раз, два, три. О! Малый пар взрослел. Три. Давайте. Обомин бам! Взрослел! Ай! Плюс вайп! Плюс вайп! Ай! Плюс вайп! Покажи крафт на керамбит голд. Крафт на керамбит голд. Окей, без проблем. Ребят, узнали этого кринжевика? Для этого крафта нам необходимо только статрек скины. То есть, смотрите, мы выбираем вот так вот все статреки. Они все запоминают. Наклеят, кроме одного скина, это... В смысле, я байтер? Подожди. Ты байтер. Ты в курсе, что я мямал для этого способа уже 3 керамбита голда сделал? Если там не будет керамбит голда, то это значит, ты мне сливаешь свой же керамбит. Хорошо. Мне за 0.03. Да это реально рабочий крафт. Бесед, именно он. Давай. Должен быть с наклейкой. Ну что ж, с лайк, подписка, нажимаю кнопочку выбрать и... Обалдеть, керамбит голда! Ну, сколько голды, я прокачаю. Да реально выпал. Холдик там сел аркулу за стертый олдскул. И что он сделает? Попался. Холдик сломал квартиру Арткула. Проще простого, ребята. Я знаю, где он прячет ключи, знаю, где он живет. Я знаю, где он прячет ключи. И комп, ну, оставил так, на всякий случай. Не знаешь, типа, а вы же тоже прячете ключи от квартиры под... ковриком. Под ковриком, да. Поставил запрос на покупку. Ой, это жестко, ой, это жестко. Сейчас сольет прям себе. Бедный Арткул. С четырьмя олдскулами? Он даже заработал. А где продолжение? Все, ну, слил себе. Нажимаем на кнопочку. О, тик-так. На что же вы думаете, мы будем бустить? По сегодняшнему прогнозу, бусты у нас хорошо заходят на бабочку Starfall. Поэтому 3 раза мы бустим на бабочку. И? Блин, я уже знаю, что выпадет тик-таку. Монтажер, пикай его резерание, брат! Уже сейчас будет запретка. Пикай.
Бабочку Легаси. О, два краша, мой любимый братик, а два. Абовин Рик. Хорош. Да, да раз, я Абовин аж больше. Ну, в нулину закрыл молодого. Леди и джентльмены, мы выдержали эту волну кринжа. Мы смогли это сделать. Поэтому, ребят, пожалуйста, прожмите лайкусик. Подпишитесь на мой канал. И хэштег Анетка Кринжевичка. С вами был ваш Кетуга. Давай, заканчивай. Всем и пока. Я тебя дубашу. В смысле, какой дубашу? О, все, закончил, да? Куда ты меня кринжевичка? Фу, в телеге.